Так, чудо-лопата. Версия 2.0. Вон у нас Юля копает просто лопатой. На эту же глубину копает и эта лопата. Ну вот смотрите. Видите, вот это вот скопала она. Еще где-то в течение минут 40. Вот это вот скопал я за 10 минут максимум. Глубина одна и та же. Рыхление, смотрите, вот она раз. И через зубья рыхлит дальше. Поднимает весь пырей наверх. То есть, видите, я одной рукой снимаю, одной рукой копаю. Конечно, по целику этим не пройдешь. Почему по целику не пройдешь этим? Потому что погнутся все-таки зубья. А вот по более-менее либо в том году вспаханному, либо по старым грядкам, прям милое дело. Так что, если кто-то думает, то приобретайте. Единственное, что посмотрите, вот я неправильно взял. Надо было, чтобы вот эти вот ребра жесткости были вот с этой стороны. Слабое место, вот здесь черенок обычно ломается. Поэтому, если есть возможность у вас брать с металлическим поручнем, с металлическим черенком, вот видите, он здесь вот на болту закручивается. И здесь фиксируется вот эта вот часть. Это будет лучше. Поэтому чудо-рыхлитель, я бы сказал, это forever. То есть, еще раз говорю, что по целику вы не пройдете, а по вспаханному, ну, либо грядка на второй год, это просто супер. Ну, вот видите, вот сколько я, сколько Юля, да? Вот я уже до нее дошел. Еще тем более я вам пока все это рассказывал.